Привет, Вовчик. Что ты грустный такой? Подрался я, мама и папа. Сынок, ну так же нельзя. Можно же все мирным путем и разговором решить. Да, вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама, а вот у тебя, мама, есть папочка, а у меня никого нет. Никого, даже хомяка. Ой, а ты кто? Я? Мужчина хоть куда, в полном расцвете сил. Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил? Ну, знаешь, не будем об этом говорить. Вовчик, со мной не соскучишься. И юпи, смотри, как я умею. Что ж ты делаешь? Да это я так шалю. Ну, то есть балуюсь. А, она же поломается. Спокойствие. Только спокойствие. И все будет в полном порядке. Так, она все-таки поломалась. Да, вдребезги. А вот интересно, что скажет мама? Ну, что мама? Это же дело житейское. Да, а потом завтра дам тебе 10 000 кроватей. Представляю, как рассердится папа. А что, папа? Да, я полетел.